В чем наш смысл жизни? Я считаю, мы на земле, чтобы учиться добру, познать, что такое добро и зло, выбрать в конечном итоге добро, выполнить свое предназначение, раскрыть свой потенциал, очистить свою душу от грехов и стать единым с Творцом. Это наш смысл жизни, а остальное – путь к этому смыслу.